В Магнитогорске проверят психбольницу, в которой санитары издевались над пациентом. Видео попало в интернет. Жуткие кадры. Медработник пинает пенсионера и кидает в него тапки. Коллеги при этом хохочут на заднем плане. Главврач уже в курсе дела, но никто до сих пор не наказан. А вот почему, разбиралась Юлия Черешнева. Это видео снял один из санитаров. На нем вместо того, чтобы окружить заботой пациента, медперсонал кидает в беспомощного пожилого человека тапки и гоняет пинками по коридору. Это тот самый холл, где снимали видео. Как выяснилось позже, инцидент произошел ночью. В отделении находились трое сотрудников – медбрат и два санитара. Это случилось еще в июне, но запись, которую выложила знакомая одного из санитаров, взорвала интернет только сегодня. В отделении, где работают трое мучителей, в шоке. У меня даже нет слов назвать этих людей людьми. Это не люди, я считаю, которые могли допустить себе вот такое вот отношение к человеку беспомощному, который пришел к нам за помощью, нуждался в нашем лечении, и вот так себя вести, и такие вещи проворачивать. Но это подонки просто. Что это было? Вопрос повис в воздухе. Ни один из участников скандального видео не выходит на связь. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Медбрата Рушана Абдрахманова, санитара Андрея Быковского и их третьего коллегу не найти и в соцсетях. Страницы удалены. В настоящее время их нет. У нас в больнице один в отпуске, другой на больничном листе. Третьего мы не смогли найти. Он не в смене. Но я думаю, работать не будут. Известно, что пожилой пациент на видео страдал слабоумием. И, по словам заведующей отделением, он ни разу не жаловался на поведение медперсонала. Как говорят родственники пациентов, большинство не в состоянии рассказать, что с ними происходит в больнице. Откуда мне знать? Я вот сейчас пришла, ее выпустили, за стол она села, покушала и все, и пошла. Поэтому я ничего не могу сказать. Она ничего не говорит вообще. Вообще ничего не говорит. Плохо ей, хорошо. Между тем, происшествием заинтересовалась прокуратура. В настоящее время по инициативе прокуратуры района в отделе полиции Левобережной организована процессуальная проверка по факту применения насилия в отношении пациента психоневрологической больницы номер 5 города Магнитогорска. Ход этой проверки находится на особом контроле в прокуратуре района. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц. Руководство больницы проведет собственное расследование. Там уже создана специальная комиссия. Также этим случаем заинтересовался региональный Минздрав. Пообещали, проверка будет максимально строгой. Юлия Черешнева, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск.